Привет, подписчики моего канала. Получил сегодня с AliExpress вот такую макролинзу для своего цифрового зеркального фотоаппарата Canon 200D. Пришла вот в таком пакетике. Ну, плюс еще, естественно, был упаковочный пакетик от самих китайцев, который выкинул прямо на почте, потому что, ну, как бы хотел сразу раскрыть и посмотреть, что же внутри. Вот. Внутри у нас получается вот такая вот линзочка фирмы Rise, close-up, приближение, плюс 10 диоптрий, размер 58 мм. Значит, бывают они, это я взял, заказал самую мощную плюс 10 с максимальным увеличением, бывает 1, 2, 4 диоптрии, это плюс 10 диоптрий. Ну, то есть выглядит вполне нормально для своих 10 диоптрий, как толстая выпуклая линза. Давайте попробуем оденем на фотоаппарат. Одевается прямо на штатный объектив. Объектив, замечу, сейчас стоит штатный. У меня EF-S 18-55. Попробуем сфотографировать, как она снимает вот мелкие предметы. Например, мне нужно будет для макросъемки по работе. И вот заказал, хочу посмотреть, как она снимает макро, мини, делаем максимальное увеличение, так чтобы оно поймало фокус. То есть сразу видно вот эти искажения, которые по краям, это да, что вы хотели за 4 доллара, это не какой-то супер-пупер объектив, но зато я смотрю по сравнению с стандартным объективом, увеличение достаточно неплохое. Увеличение достаточно неплохое. То есть, если мы попробуем сейчас, давайте снимем эту линзу и попробуем снять просто стандартным объективом, естественно, нам не даст и даст вот в таком, это я переключил на видео, пардон, даст вот в таком максимальном увеличении. То есть сейчас вы видите разницу между увеличенным изображением и обычным. Давайте еще снимем. Вот так вот. Качество краев вы видите. То есть аберрации тут гораздо меньше. Все-таки хороший объектив по сравнению с обычной линзой. Но для того, чтобы использовать это изображение, то вполне годится, если мы вырежем или кропнем то, что нам нужно, естественно, из этого по мелким деталям. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может быть, какие-то есть еще соображения, как более бюджетно или чуть дороже что использовать для макросъемки. Всем пока!